Можно ли это рассматривать как некую месть за то, что Владимир вернулся в Россию? Я думаю, такой мотив присутствует. Я не думаю, что он основной, но они, вероятно, очень раздражены тем, что он не боится возвращаться в Россию после всего, что с ним случалось. А вообще дискуссия о том, есть ли логика у репрессий? Вот как вы считаете, эта ситуация развивается по какой-то логике, или это, ну, не знаю, в чем основной смысл преследования Владимира Карамурзы? Ну вот в чем частный случай с Володей Карамурзой, я сказать не могу, хотя мне кажется, что здесь все-таки дело в том, что они весьма раздражены его поведением. И его поведением, и его деятельностью, и по вопросу о санкциях, о применении санкций против России, да и по многим другим. Но больше всего, я думаю, они возмущены его смелостью. Вот это их раздражает по-настоящему.